Уважаемые граждане России, дорогие друзья, 2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное, мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно. И у нас многое получается. Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России. У нас огромная, уникальная и прекрасная страна. Нас объединяют общие заботы и общие радости. Объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи с надеждой на самое лучшее. Но не все сегодня за праздничным столом. Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России. Работают на предприятиях и дежурят в больницах. Ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году. Дорогие друзья, сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля. И как никогда отчетливо слышим ход времени. Чувствуем, как приближается будущее. Такое бывает только в эти минуты. В этот чудесный, всеми любимый праздник. А у него есть и свои секреты. Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки. Вот и весь секрет. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее, дорогие нашему сердцу, улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей великой родине – России. Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником, с новым 2017 годом. 17 годом.